Ей 75 лет, и она с легкостью поднимает 85 килограммов. Это больше ее собственного веса. Алматинку Светлану Казанцеву знают многие. Несколько лет активная пенсионерка принимает участие в профессиональных соревнованиях. А недавно даже взяла золото на чемпионате Центральной Азии по пауэрлифтингу, подняв в общей сложности 165 килограммов. Алина Ташмагамбетова расскажет и о других ее достижениях. Светлана Казанцева работала геологом и часто выезжала в экспедиции. А когда вышла на пенсию, распрощалась с активным образом жизни, и это дало о себе знать, признается спортсменка. Стало трудно спускаться по лестнице, болели спина и ноги. Однажды очередной поход в поликлинику Светлана Ивановна решила заменить посещением спортзала. Так, в 69 лет она впервые пошла на тренировку. Почему я сюда прошла? Потому что у меня заболела спина, протрузия 5-6 позвонка, и я подходила к автобусу, я держалась за поручни, и сначала одну ногу, потом другую, вот так вот я ходила. Я пошла к дочери, к своей, вот, она у меня инструктор, все, я ей сказала: «Валюша, у меня все болит, давай мне пиши программу». Валюша – это Валентина Тарасова, рекордсменка, многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу. Она составила для мамы индивидуальную программу и нашла хорошего тренера. В первый год будущая чемпионка просто занималась укреплением спины и связок. Однажды случайно посмотрела городские соревнования по пауэрлифтингу и предложила тренеру начать подготовку. Подготовка к соревнованиям у нас шла все равно с учетом именно возрастных моментов, потому что это и суставы, и связки все-таки не молодые. Но при этом нам удалось показатель увеличить. То есть на этих соревнованиях мы собственные рекорды мы побили. Вот. Причем для нее это были еще два новых движения. Это жим-лежа и приседания. Именно спортивный азарт появился. Вот мне некоторые говорят: «Ой, ты же там одна». Да, я одна, но я борюсь сама с собой. Я вот именно, я улучшаю свои личные рекорды, свои личные. Но постепенно, постепенно, это же никогда сразу не получалось. Именно постепенно у меня идет, ну как бы, накачка мускулов, все. Вот, и все, и я сейчас могу добежать до автобуса и запрыгнуть в него. Пауэрлифтинг избавил Светлану Ивановну от боли и вернул утраченную с возрастом свободу движения. Сейчас спортсменка активно готовится к следующим соревнованиям и мечтает о достойной сопернице в своей возрастной категории. Алина Ташмагамбетова, Сержан Жумабаев, Хабар 24, Алматы.